Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами как обычно я Костян, и мы с вами опять у черной дыры. 29 декабря, погода не по кайфу, минус 28, плюс дует хиус небольшой, но промозглый. Вчера ехать на проверку, конечно, но что-то вчера вообще было не по кайфу. Вчера было минус 32 и ветер до 10 метров в секунду, так что погода была жесть, плюс еще мелкий снег при этом фигачил. Короче, погода была не кайф, ну ее нафиг. Вчера отсиделись дома, ну а сегодня надо проверять. Нужно, уже прошло 2 дня, так что один черт проверка должна быть. К вечеру обещают уже минус 38-39, так что опять у нас холодает. Вот такие вот дела по прогнозу. Ну что, блин, и дыру у меня уже стягивает нормально. Ладно, еще терпимо. Все, друзья, будем смотреть. Будем смотреть, что у нас напопадало. Наживка сегодня будет опять лентяйская. Ну ее к черту. В такую погоду сидеть, ершать, рыбачить не хочется. Иван вообще забил, сказал, я не буду, блин, ездить. Не хочется морозиться. Я говорю, ну ладно, я поеду. Короче, наживка ряпушка. И харюза, там несколько кусочков у меня оставалось. Будем наживлять так. Все, поехали. Сегодня все придется делать в перчатках, чтоб руки не обжигало. Короче, сегодня все маленько неудобно. Погода заставляет. Лучше минус 45 без ветра, чем вот так с хиусочком с этим. Стратегия проверки у нас сегодня та же самая. Сначала смотрим перемет, который стоит по течению, а потом уже тот, который с прогоном. Так, чтоб не схлестнуться. Опа, блин, куда ты покатилась-то? А? Все, уже тут куча такая, что все катится. Поработать сегодня пришлось, потому что вчера это все, всю вот эту канаву задуло сверху. Короче, покопал я сегодня долго. Его еще так надуло, что он как этот снег, как деревянный, уплотнился. Сначала вырубаешь квадрат, потом откидываешь. Прям заставляет погода перед Новым годом работать. Ну да ладно. Будем смотреть, что у нас. Тут я харюза наживлял. По-моему, несколько ёршиков оставалось. Уже и не помню. Память у меня дырявая. Так что не знаю, чего там, сколько наживлено было. Ну, наживлял-то, в принципе, под вечер и сегодня. Я поехал так, чтобы нарезку наживить, чтобы она оттаяла как раз к подходу на лима, там на дне. Так что надежды есть. Так, устроиться надо поудобнее. Блин, ага, складывать-то мне надо все это туда, чтобы потом не мешало. Вот он, кусок харюза. Ворона не видно, не летает, где-то в тепле отсиживается.
Ладно, может, пес придет ночью, поест. О, налим. Налим на Харюза. Кусок он сбоку болтается. Давай, налим. Сюда ходи. Сегодня налим нужен. Перед Новым годом заказывают налима. Блин, уже 2 дня телефон не умолкает. Сами бы попробовали в такую погоду порыбачить. Смотрите, китикет. Так, котам тоже заказали китикетов. У меня-то есть дома свой запас. Вот, вот, хорошенький. Знаете, парочка уже есть по трешке. Это уже радует. И на куски Харюза. Видать, все у меня тогда вовремя получилось. Все получилось вовремя. Наживи на часик раньше, улов уже будет совсем другой. Может быть, вообще никакой. Давай крутись. О, прикимарил, да еще и запутал. Ну что поделаешь, 2 дня. Ладно. Сразу в сторонку откинуть его. О, он 2 крючка, потому что сожрал. Вон оно что. От ты, блин, алочный какой. 2 крючка съел. Поэтому и сдох. Скорее всего. Голову он сожрал, Харюза. Ладно, будем распутывать. Как-то непонятно, все в кучу собрано там. Хитросплетение, блин. Но это он попал на какой-то крючок перед концом. Потом приплыл к верхнему крючку и сожрал его. Потому что вон там промежуток еще остался. Да-да-да, вот это дальний крючок. Он с дальним крючком приплыл к другому крючку. Все это теперь собралось вместе с рукавицей. И там еще налим сидит. Маленький. Да, придется сейчас попутать. Так, виси пока там в воде все. Не замерзло. Так. Так, того потом, чтоб не спутать. Есть, конечно, сегодня надежда на улов на том перемете. Так как 2 дня. 2 дня не один. О! Все, быстро разложилось. Все окей. Все разложили, распутали. Это приклеим. Все, сегодня момент работает прям моментально. Чики приклеилась. Колун уже остыл. Ну, давайте морды. Будем отцепляться. Вот это тот, наверное, 4 кг. Резок успел отработать. Опа. Ряпушка хуже работает, потому что ее в это вымывает быстрее. Вкус, видать, запах быстро вымывается.
сегодня наживку положил в кофр. Так что теперь боюсь, как бы она там у меня не оттаяла сильно. Ну, в принципе, время уже подходит. Так что все нормально будет. Должно быть все нормально. Так, ты мне тут не крови. Песец потом раскопает. Все, перестраиваемся на второй. И поехали. Тут все полностью было наживлено ершами. Всех ершей я тот раз сюда наживил. Так, а тут у нас что попало получается? 6 штук на 8 крючков, на 9. На 9 крючков. Потому что я же один подвязывал еще. Ну неплохо, слушайте. На нарезку-то. Ну, в принципе, 2 дня. У него было время ее сожрать. Все, смотрим, как пружина. Что нам скажет пружина? Так. Оп, сразу с китикета поехали. Вот тут даже еще ёршик живой висит. Ой, еще один живой. О, на лимчик идет. Опа. Да, аккуратней. А то утонешь. Так, это кончился ёрш. Странно, вороны не летают. Что такое? Оп! Так. Завтра опять не знаю, поеду я проверять или нет. Может быть, просто завтра. Времени не быть. О, прикимарил. Прикимарил. И даже уже колом стоит. Так, надо его в сторонку сразу определить. Видите? Жабры уже белеют. Уже бочина вон одна белеть начала. Но он как этот, как палка он стоит, не гнется. Это собака. Все. Очки опять теряют видимость. Ничего. Все, сильваники вчера звонили, там налим полностью отошел. Перестал клевать вообще. Друг звонил, говорит, ездил перед морозами порыбачить на удочку тоже это. И говорит, камеру ставил, сега много ходит. Но, говорит, не берет нифига. Кое-как, говорит, тык-тык, ну одного, говорит, выманил, говорит, на 1,5 килограмма сега вытащил хорошего. Так что надо будет как-нибудь туда наведаться, как потеплеет. Посмотреть, почему он их поймать не мог. Может не подобрал снасть. Попробовать съездить, подобрать. Крючки пустые, вон половина. Поздирали ершей.
Опа. Ну вот, вот и все. Вот и все тут. Что у нас вышло? 3, 6, 7 штук. А, 8 еще с нулой был. Итого, что у нас получается? 8 и 6, 14. 2 в минус, 12. 12 нормальных налимов. Так что чей-то заказ будет выполнен. Ну а чей-то нет. Тут как повезет. Опа. Тут как повезет кому. Ну себе, я думаю, под Новый год свежего мы поймаем. 31 число. Никак не сегодня. Что надеюсь, что хоть пара налимов, но будет, чтобы на стол поставить котлетки. Наггетсы по-турухански. С налима. Чтоб стол был с рыбой. Где ты там, блин? Вот так. Икромет у налима еще продолжается. Поэтому вот они. Такого размера пруд. Маленьких налимов чистишь практически все. То икряные, то с молокой. А большие уже... Оха, не туда соскользнула. Большие уже, какие пустые, а какие просто не попадают. Бонусов нет сегодня. Ну да ладно, не совсем досадно. Без рыбы не остались. Так. Так. Кучку маленько сложить, чтобы не сильно замерзли. Пока там прети. Все. Все, друзья. Наживляем. Запускаем. Отлично. Все выглядит прилично. Теперь и рукавички лежат запасные, не в снегу. А то под сиденье туда снегоход завихеривает. Там вечно мокро. И это очень плохо. Так. Харюза я, наверное, оставлю на этот перемет, на коротенький, а сюда ряпушкой наживем. Так что харюза пока в карман. Перчатки сменить. Уже все, мокрого ничего не будет. Перчатки я все же грею за пазухой. Потому что они маленько с резиной, иначе их потом не оденешь. А так достаешь, они чик тепленькие. О, солнце уже закатывается. Уже закат. Приехал еще вон где висело. Буквально часик и все. Ну и как обычно с вами был я, Костян. Как обычно с вами был канал «Это не диалоги, а рыбалки». Еще раз всех с наступающим новым 2020 годом.
Все, друзья, проверка на сегодня закончена. Всем не хвоста, ни чешуи. И до встречи на реке, друзья. До встречи в скором времени. Закат сегодня прям обалденный.